Всем привет, с вами Штейн, и сегодня мы поговорим о первом подземелье года Обливиона — котле. Обсудим механики боссов, тактики прохождения, достижения, награды и прочие моменты, которые помогут вам достичь успеха в этой обители культистов. Поехали! Итак, котел — это новое групповое подземелье на 4 человека, добавляемое последним на данный момент DLC «Огонь амбиций». И отправляющая нас в заброшенную шахту лупить толпы Даэдра и знакомиться с новыми и не очень механиками. Основная награда за достижение тут — это оболочка Винцерен Дагона. И уже по устоявшейся традиции последних дополнений дается она за обычное ветеранское прохождение без сложных достижений и хардмода, что довольно просто и доступно большинству игроков. Также просто за вход в котел или виллу змея дают стиль симпатичной огненной кувалды, а за ветеранское прохождение обоих подземелий – сияющий алый цвет. Ну а за достижения щедро сыпят титулами – заклинатель пламени, сокрушитель подземелий, искра возмездия и даже яростный книгоман. Фармится же тут на данный момент три сета и монстры-шапка. Тяжелый убийцы глупцов при блокировании накладывает на владельца и группу щит на 4000 прямого урона. Висит он всего 2 секунды, зато при разбитии регенит цели 5500 ресурсов, после чего уходит в 30-секундный откат. Ситуативно, но интересно, и как по мне, вполне может заменить уже неактуальный эбон. Да и 3000 резистов с него позволят танку чуть свободнее выбирать монстр-сеты. Средний сет силы Дагона тоже выглядит неплохо и пригодится в массовых сетапах, ибо солидно увеличивает силу оружия для всех способностей, бьющих по площади. Легкий вешает метку на 16%, увеличивающую урон питомцев по помеченной цели. Неплохой вариант для сорка паровозов, ну и монстр сет Зодруса отсюда хорошо регенит ульту. Итого все сеты выглядят приятно и, полагаю, найдут место в сборках, что бонусом к оболочке добавляет поводов пофармить котел. С лутом на этом все, переходим к движу. Подземелье можно пройти классическим составом из танка, хилера и 2 дд и вариантом в 3 дамагера без хила. И тут, как всегда, здраво оценивайте свои силы. Урон ускорит многие моменты, но боссы тут довольно сильно разбрасываются всякой гадостью и огнем всех видов. Отхил будет совсем не лишним. Гайд снят на примере группы с 3 дд. Начинается подземелье с классической пробежки по коридору и знакомства с местным трэшем и мобами покрупнее. Из них вам встретятся клафниры с уже родными прыжками в случайного члена группы и большие летающие глаза с довольно сильными конусными атаками. Клафниров фокусим первыми, они неадекватные, а глаза отворачиваем от группы во избежание преждевременных пригораний. Первый босс котла, Парфир Порочный, предстанет в знакомом образе даэдрического жердяя и обладает колоритными атаками под стать внешности. Помимо обычных лещей, бьет довольно тяжелой атакой с медленной и заметной анимацией. Принимать только в блок или перекат. Еще периодически он будет поворачиваться к танку филейной частью и в стиле подпитого Шрека пускать ядовитые ветра, расползающиеся по арене. Дамажит довольно сильно, но движутся медленно, так что от пердежа можно спокойно убегать. Также иногда он будет бить себя кулаками по груди и делать рывок в 2 случайных членов группы, опрокидывая пузом. Этот процесс желательно прервать башем или, если не успели, ловить в блок или перекат. Урона много и вполне достаточно, чтобы ваншотить ДД. Ну а бонусом он будет призывать маленькие взрывающиеся якоря и заключать одного члена группы в клетку, которую нужно оперативно разбить. Во время основной механики же Парфир будет извергать из себя 5 кусков слизи 2 видов. 2 красных будут стрелять по группе из углов арены, а 3 зеленых медленно ползти к боссу. ДД в этот момент должны переключиться на сгустки и уничтожить их, начиная с зеленых.
Танку при этом очень желательно согреть красные куски, чтобы они не стреляли по группе. Все же делают они это довольно больно. Если слизь доползет до босса, или он сам, перемещаясь по арене, наткнется на любой сгусток, он остановится и сожрет его, извергнув из себя фонтан, больно бьющий группу. Затем же покраснеет и впадет в ярость. Во время нее у него увеличится защита, а атаки станут существенно сильнее. В Enrage даже обычная тычка мимо блока может убить танка, поэтому особенно внимательно держим блок или уворачиваемся. Ну а еще лучше убивать слизь и не давать Парфиру жрать. Дальше все будет повторяться по кругу до победного или не очень конца. Добиваем жердяя и топаем дальше. По дороге встретятся дейдроты, аналогичные тем, от которых припекает на вихревой арене. Также агри мы отворачиваем от группы, дабы огненное дыхание ее не проредило. Также по земле будут разбросаны электрические ловушки новой механики. Дамажат они не сильно, но обездвиживают, и их нужно обходить, либо ловить в блок, ибо перекаты тоже вызывают срабатывание. Второй босс, надсмотрщик Викция, прямо сходу встретит нас целым потоком этих самых ловушек, и на протяжении всего боя будет равномерно распределять их по всей арене, усложняя перемещение. Дружественный NPC Дратос, конечно, будет пытаться нам помогать, периодически очищая небольшую зону вокруг себя, но сильно на это рассчитывать не стоит. Оббегаем, а самые мешающие лопаем в блоке. Бьет босс стандартно обычными тычками и тяжелой атакой, которую нельзя пропускать мимо блока. Периодически он будет делать особенно сильный замах, после которого на земле останется большая дамажущая зона. Из нее нужно как можно быстрее выйти. Еще он будет иногда притягивать далеко стоящих игроков к себе цепями и выбирать одного из ДД и заряжать в него ваншотящий выстрел. Этот процесс нужно быстро прервать, что часто осложняется зонами на земле. Так что помимо внимательности, тут пригодится крашеншок для дистанционного прерывания этой атаки. Ну а вишенкой на торте этой хаотичной беготни станут мелкие дримора, которых будет призывать Викция. Они больно бьют и плюются разными неприятными атаками, поэтому должны быть сагрены и уничтожены вне очереди. Если есть возможность и место куда стянуть, этим тоже стоит воспользоваться. И только после этого продолжить напинывать Викции. В общем же, танцуем по арене, лопаем мешающие ловушки и убиваем вылезающих мобов. Если не торопиться и внимательно смотреть под ноги, надсмотрщик убивается вполне адекватно. Третий босс котла, раскаленный страж, встретит нас стоя по колено в лаве на краю своей же арены. На землю он выходить не может, поэтому танковать его нужно прямо тут, балансируя на самом краю лавы. Дамажит она при капе резистов терпимо, но стоять в ней постоянно, пожалуй, не стоит. Сам босс будет радовать полнейшим ассортиментом всевозможных огненных атак. Он будет раскидывать огненные лужи по всей арене, бахать большой ауешкой на треть острова, которую следует ловить в блок, конусным огненным дыханием и мощной тяжелой атакой, оставляющей после себя раскаленную, больно дамажущую лужу. Еще страж будет втыкать руку в землю и наносить увеличивающийся урон всей группе. Этот процесс, как всегда, надо прервать. Также, сначала изредка, к концу боя почти постоянно, босс будет переползать из одного края арены в другой, оставляя на своем месте свои две маленькие копии. Они по традиции этого подземелья больно бьют, разбрасывают гадости и поэтому должны быть уничтожены в первую очередь. В общем же, беготня по кругу и вполне равномерная прожарка. Из нюансов, танку не стоит надолго отходить от босса. Ибо если никого не будет в радиусе ближних атак, он может положить всю группу большим извержением. Тушим стража, собираем лут и топаем к следующему претенденту на люля-кебаб. И формально его нет, ибо четвертый босс подземелья – это арена с мобами и новой механикой. В огромном круглом зале вы увидите большой электрический шар в центре и 6 шаров поменьше, соединенных с ним электрическими разрядами. Для победы эти самые разряды нам надо отключить. Делается это с помощью тока проводящего масла. После каждой волны мобов будет передышка, а Дратос будет скидывать на землю желтую синергию. Подобравший ее персонаж в течение некоторого времени будет оставлять за собой масляный след. Этим следом нужно соединить малый шар с большим, нарисовав дорожку.
Делать это проще всего, по два шара сразу, примерно по такой траектории. После окончания синергии центральная сфера подожжет масло, и если след положен правильно, взорвет соединенные шары. После чего на арену сразу выползут мобы, по одной волне за каждый шар. Если не уверены в своих силах, шары лучше отключать по одному. Если же наоборот, можно попробовать оббежать сразу три под всеми ускорялками. Это, к слову, максимум, который получился у нас. Ну и да, когда персонаж бежит с синергией, ему не стоит перекатываться или телепортироваться навыками. Это прерывает след. Ну а теперь же о мобах. Лезть будет мелочь и уже знакомые нам противники покрупнее. Некроманские колоссы, огнедышащие дейдроты и жердяи огримы. Собирать мобов лучше всего именно вокруг огримов, ибо они дальники и не передвигаются. Вместе с последней волной же придет огненный титан, которого агрим и убиваем по тому же принципу. Ну и в качестве небольшого усложнения во время боя на арене будут постоянно появляться маленькие электрические големы-суицидники. Взрываются неприятно, но вполне терпимо. Даже ДД спокойно выживают в блоке. Вытираем лапки от ушку титана и топаем к директору этого дурдома. Ну а по дороге знакомимся с еще одной механикой – раскаленными столбами. Они мешают передвижению, а если их долго не уничтожать, порождают мобов, включая всеми любимых огнедышащих дейдротов. Уничтожаем столбы и попадаем в обитель последнего босса – кожаного барона Зодруса. И тут нас снова ждет пламя всех видов. Начнем, пожалуй, со стандартной ветеранки. Танк хватает босса, а ДД стараются не стоять у него за спиной. Ибо любимая конусная атака босса вешает на игроков электрические круги. И пока круги соприкасаются, урон, получаемый любым персонажем, будет умножаться на всех в этой цепочке, что существенно осложнит выживание. Еще босс будет раскидывать огненные ауешки, лупить электричеством и больно прописывать тяжелой атакой. Причем делает он ее даже на бегу, так что с блоком снова лучше не плашать. Помимо урона, тяжелая атака вызывает те самые каменные столбы, которые нужно оперативно уничтожать. При большом уроне можно делать это и самостоятельно, но намного эффективнее пользоваться механикой. Вместе со столбами на арене будет появляться призрачная дама Лирант, стоящая в центре охлаждающей синергии. Один из ДД должен подбежать к ней и схватить синергию, после чего его атаки начнут лупить холодом и сносить столбы с пары тычек. К тому же столбы, убитые таким образом, будут порождать не враждебных мобов, а дружественных атронахов холодного пламени, которые будут помогать вам в бою. Еще на арене будут присутствовать мелкие мобы и мобы из неуничтоженных столбов. Игнорировать их, особенно дейдротов, конечно же не стоит. Ну и бонусом Зодрус будет призывать ваншотящий огненный луч дезинтеграции, который заставит группу передвигаться по арене по или против часовой стрелки. И без привычки это может вызвать некоторые сложности у танка, ибо в блоке, особенно на хардмоде, скорости будет явно не хватать. Используйте кратчайшую траекторию ближе к центру арены, а если стена близко, отбегайте на шифте. Конечно же, не забывая смотреть на босса и ловить его тяжелую атаку на бегу. Ближе к концу боя лучей станет 3, но принцип не поменяется. Агрим и бежим, не забывая хватать синергию и лопать столбы. Иначе есть шанс попасть на совсем горячую вечеринку. Два дейдрота под боссом положат практически любую группу. В идеале бежит танк, за ним босс, а за ним настреливая в спину ДД. Но это, конечно же, идеал. На практике, скорее всего, будет очередная вакханалия. На хардмоде, помимо увеличенного здоровья и количества мобов, босс научится кидать большую и очень противную лужу, наподобие электрической у второго босса. Огненных лучей на последней трети станет аж 4, а двигаться они будут ощутимо быстрее. Что, впрочем, при выполнении механик мешает меньше, чем ништяки некоторых других хардмодов. В общем, бой получается очень динамичный, огненный, насыщенный механиками, но при этом адекватный по сложности. При грамотном позиционировании и уничтожении столбов вполне проходим большинством групп. После некоторого количества попыток, разумеется. Вопрос лишь в том, насколько и кому это понадобится, если шкурку дают без хардмода. А титул без мотива, которого тут пока нет, соблазнит, наверное, не всех.
Что касается котла в целом, он оставил у меня очень приятные впечатления. Красиво, разнообразно и не затянуто. В самый раз для вечернего движа со своей группой. Да и пофармить есть чего. Будем надеяться, что следующие подземелья будут не хуже, а сеты понерфят не скоро. И на этой актуальной ноте у меня сегодня и все. Пишите, что думаете о котле в комментариях и, конечно же, о своем опыте его прохождения. Подземелье новое, и наверняка есть нюансы и мелочи, которые мы не смогли найти за такой короткий срок. И если их наберется много, я обязательно соберу все в один большой коммент и закреплю под видео. Во имя приятного фарма. Ну а горел всеми видами огня и блокировал пердеж. Для вас, как всегда, Штейн. Огромное спасибо, что смотрели это видео. Вилла Змея уже скоро. Всем поменьше пригорать. Не болейте, не скучайте. До новых встреч. Get the